Необъяснимо. Но это объяснимо. Но это не для Ютуба и не для тех 10 зрителей. Я с Нового года практически не пишу ничего. Стихотворно так вот. Несколько строчек в неделю. Прозы вообще. Ну, есть причины и психологические, и творческие. Вчера написал стихотворение, мне оно показалось интересным. Ну, на такое вот, с тройным слоем. Ноги в руки, называется бег. Ноги в руки и бежать. А потом остановиться, оглядеться, помолиться и продолжить бег, подстать бегу дикой антилопы, бегу марафонских нег. Рысью шагом и галопом сквозь Россию боль и снег. Бег бегом и скорость бега, как дыхание погод. Потому что брег от брега отличает муть и брод. Потому что бег в забегах отличает от бега вера в планетарность бега. Что вне старта. Но пока я бегу, трясясь, как лошадь, в хомутах своих зажат, лишь бы не был бег сей ложным, лишь бы бег тот осторожно мне дал повод добежать. 13 мая, 19 год, здесь. Ваш Валерий Викторович Сенков.